Приветствую вас, дорогие мои зрители, дорогие мои подписчики. С вами Джон Летаржи. И вы знаете, у меня нет ни одной татуировки. И у меня нет ни малейшего желания делать себе тату. А знаете почему? Все очень просто. Я хочу выделяться. Поэтому я не бью себе татуировки и не собираюсь. Вы знаете, лет 10, 20, 30 назад татуировки считались действительно чем-то крутым. Они подчеркивали индивидуальность человека и выделяли его. Ну, еще где-то лет 10, 15, 20 назад, да, действительно можно было выделиться с помощью татуировки и подчеркнуть свою индивидуальность. Но сейчас же татуировки имеют на своем теле все, кому не лень. Но самое смешное то, что многие до сих пор считают, что набивая себе татуировки, они выделяются из серой массы, что они подчеркивают свою индивидуальность. Хотя на самом деле они как раз, ну, люди, делая себе татуировки, как раз причисляют себя автоматически к этой серой массе. То есть они думают, что они такие оригинальные, не как все, а на самом деле они такие же, как все. А так что, если вы действительно хотите выделиться, то в наше время уже гораздо более актуально не делать себе татуировку. Вот тогда вы будете действительно выделяться. Всем пока! Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.